Добрый день, уважаемые крымчане, симферопольцы, коллеги, члены президиума, депутаты, все участники нашего очень важного мероприятия. Сегодня важный день в истории нашей республики, день флага Республики Крым и день герба. Для нас это очень важные символы. Цвета крымского флага совпадают с цветами российского флага. Это не простой символизм, это соединение, то, которое выбрали крымчане при формировании республиканского статуса. Вот эта борьба за наш республиканский статус, борьба за нашу республику, за самоидентичность, за неразрывную связь с Российской Федерацией, она привела в результате долгих лет борьбы, самоотверженной борьбы, порой очень непростые годы были в нашей истории, но закончилось все победой, победой очень убедительной. Теперь это мы все называем крымской весной. И, конечно, крымский флаг, тот, который мы несли в своем сердце, несли в своих руках, всегда был символом объединения, был символом связи с Российской Федерацией, все то, что нас объединяло, что у нас никто никогда не мог забрать. Поэтому я считаю этот день сегодня очень важно напоминать всем об этом дне. Важно, чтобы вся молодежь, дети, школьники, учащиеся, студенты, все неравнодушные люди в этот день прикрепили вот этот символ нашего Крыма, нашей малой родины к себе на пиджак, на костюм, на все, что на любую одежду, для того, чтобы присоединиться к этой очень важной и священной для всех для нас дате. С праздником, уважаемые крымчане!